Сегодня будет поездка на троллейбусе «Богдан», портовой номер 4340. О, какой пыль, ты пустой. А кому? Проходим, проходим. Ехать. Посмотрите, как людей мало. Да. Жалко. Где-то хорошо. Ну, с одной стороны плохо, потому что все сойдут сюда касаться. О, спасибо, что свет включили. Мы же зашли и свет включили. Вообще, как этих называют, которые проверяют? Контролеры? А, контролеры. Я их назвал инкассаторами. Капец. Надеюсь, они этот видос не будут смотреть. Нас не погас. А что за деньги перевозят? Ну все, они... Че, это... Они наш YouTube-канал даже не знают. Да, откуда ты знаешь? Может, один инкассатор... Ой, контролер смотрит и думает... Вот, блин... Вот вчера, помнишь, как мы ехали? За нами 9-й. 79-й. А, 79-й. Автобус. Он, короче, тоже на станцию метро Лесовая едет, только другим путем. Полиция. Саша, сними полицию, сейчас тебя арештуют, и все. И Саша больше не будет на Ютубе. И в Инстаграме. Хотя нет, будут все фоточки в тюрьме вылаживать. Если там интернет, конечно, будет. А если не будет? Договорись, Саша. Чтобы выдали интернет тебе. Бесплатно. Да, мобильный хотя бы. А там телефон наберут. А за что, чтобы я никого по интернету не смог ограбить? Так я ж на такое не способен. Ну, кто тебя знает? Вот именно. Кто меня знает? Саша знает. Не упоминай ее. Ладно. Все, я это видео отсылать не буду, все, что узнаю. А, я знаю, почему троллейбус этот пустой. Потому что там уже один троллейбус проехал. И туда, видимо, все сели. А сюда сели те, кто на тот не успел. Понятно. Я понял, наконец-то. Смотрите, какой закат красивый. Да, назад будем ехать, уже темень полная будет, походу. Да. Смотри, дорогу никто не переходит. Наверное, кто-то на кнопку нажал, побаловаться захотел со светофором. Еще поехали уже. Вон с той стороны едет тоже троллик. Пора бы уже поехать, а то что это мы стоим. Саш, хочешь какое видео сейчас включу? Что? Хочешь сейчас видео включить? Да не нужно видео. Чего? Я сейчас снимаю уже. Все, тут, надеюсь, сейчас троллейбус разгонится.
вагончик будет. Разгон просто топ. Чего ты тормозить начал? Тут прямой участок дороги. Здесь, наверное, камера контроля скорости. Раз он тормозить начал. О, спасибо, что тут зеленый свет. Сейчас завернем быстро. Вот видишь, если тормозить тебе зато не надо. Так, это улица Братиславская. Стоит скрипит. Все, на этот раз мы здесь выходить не будем, на Милютенко. А смотри, как там закат красивый. Да, розовенький цвет такой. В видосе посмотрим на этот закат. О, никто даже заходить не хочет. Ну, правильно, зачем заходить? Мотор только сейчас заработал, до этого не работал. Перегрелся. Что? Перегрелся. На ходу долго, наверное, находился. Сейчас он газку добавит, мы сейчас выйдем и на улицу Кубанскую Украины пойдем. Погуляем. Так. Все, остановка. Хе-хе-хе.
наконец трясти начало. Выходим. Так, мы выходим. Сейчас управление сниму. Круто.